И потом летают же эти дроны. Автоматные очереди их сбивают. Страшно, понимаете. Собрать людей очень опасно. Друзья, сегодня мы приехали на Абакумова, на улицу Крыжебную. Скажите, какие тут улицы будут? Значит, улица Грибная, Михайловская, Дагестанская. Сейчас это список принесу. Ну да, мне потом список дадите. Друзья, сегодня мы приехали на Абакумова и привезли 120 продуктовых наборов от фирмы «Август». Вот наши друзья, которые нам помогают очень сильно с продуктовыми наборами. Вот мы сейчас будем разгружаться. Мы приехали двумя машинами по 60 наборов, потому что хоть и сегодня как бы дождичек пошел, но машины все равно кипят. Вот там еще вторая машинка, наша газелька. То есть машины кипят. И, например, эта машина тоже была сутки в ремонте, но так толком не сделали. Мы ее на несколько дней оставим. Тоже все там, все печально. Термостаты, трубки и тому прочее. В общем, все приходит в негодность. Из-за жары они дизеля кипят. И очень сильно. Сейчас мы выгружаем вот наши наборы, а потом люди придут и будут получать. Кстати, вот когда была в прошлый раз Люба, с вами была Татьяна, забыла. Это улица Славина с Горняка. Это с Горняка, там дело в том, что с храма человек 40 и 4 священника. Ага. Ну мы и сюда на них берем, в прошлый раз тоже. Хорошо. Так что... Хорошо. Да. Спасибо большое вам, Ну сегодня чуть-чуть потише или все равно стреляли? Сегодня тише, но вчера было тише, да. Раз на горах, я не знаю, такой бой, наверное, был, что-то вот такое метало. Всю ночь, прям как начали где-то часов 12, потом наверное, и, скорые, и закончили, и наверное, на часов 8 утра, наверное. А потом смотрю, уже машины едут, и дальше 300-е вывозят наших бойцов. И летают эти, поэтому мы дроны в огороде всегда присутствуем. Часто дроны летают, да. Выйдешь, лучше заходить. Потому что могут и скинуть могут все. Выгружаем и вторую машину. Сейчас уже закончу. Стараемся это максимально быстро сделать из-за большой активности в этом районе летательных аппаратов. Люди очень сильно боятся даже на улице выходить, когда кто-то лежит. Но сейчас на данный момент. Ну, вроде как тихо, дай бог, что так и было. И сейчас мы выглядим, и люди раздадут. Ну, друзья, мы все выгрузили. Огромное спасибо, ребята, фирме «Август» и всем, кто помогает жителям прифронтовых районов. Без вашей помощи им очень-очень трудно выжить. В общем... Спасибо еще большое раз. Спасибо. Спасибо вам всем большое. Всем низкий поклон всем, кто делает такие добрые дела. Дай Бог быть добро. Здоровья. Тяжело. Ангела-хранителя всем. Да. Спасибо, Господи, всех. Спасибо. За ваши труды, за вашу благодетельность. Конечно. Как говорится, это большая помощь. Старицей воздаст всем, кто помогает. Все были очень благодарны, когда в прошлый раз приполучили. Прям ну, аж плакали, когда раздавали. Да. Люди плакали. Да, правда. Мы только из-за этого хотим так трудиться. Спасибо, что не отказываете. Чтобы людям помочь. Нуждающимся, которые остались без крова, без еды, без питья, без детей своих. Ну так, кроме вас никто. В общем, будь добро. Спасибо. Спасибо. До свидания.